Организация договора о коллективной безопасности обеспокоена напряженностью на армяно-азербайджанской границе, где периодически происходят боестолкновения и обстрелы, в результате которых гибнут люди. Об этом в интервью армянским СМИ сказал генеральный секретарь УДКБ Станислав Зайс. Генеральный секретарь подчеркнул, что УДКБ считает важным шагом решение Азербайджана и Армении начать демаркацию границы для предотвращения повторения подобных ситуаций. «Мы обеспокоены напряженной обстановкой на азербайджано-армянской границе и внимательно ее отслеживаем. Полагаем, что пограничные разногласия нужно решать только политико-дипломатическими средствами и поддерживаем содержащиеся в трехстороннем заявлении от 26 ноября текущего года договоренности предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на государственной границе и вести дело к созданию комиссии по делимитации с последующей ее демаркацией при содействии Российской Федерации по запросу сторон», отметил Зайс. Комментируя вопросы о столкновениях в Зангезуре 16 ноября, генеральный секретарь организации сказал, что в соответствии с уставными документами ОДКБ механизм реагирования на кризисную ситуацию может быть запущен на основании официального обращения. Случаи, на которые вы ссылаетесь, Ереваном, акценты были сделаны на другие механизмы разрешения ситуации. Вместе с тем хочу подчеркнуть, что после обострения ситуации в Армению для изучения обстановки, уточнения оперативных планов и выработки предложений была направлена оперативная группа ОДКБ во главе с первым заместителем начальника Объединенного штаба нашей организации генерал-лейтенантом Хасаном Калоевым, в состав которой были включены представители секретариата и Объединенным штабом ОДКБ. Считаем, что это было крайне важно и достаточно в сложившейся тогда ситуации. Отметим, что рабочая поездка генерального секретаря ОДКБ в Армению продлится до 23 декабря.